В селе Тополинное Тампонского района завершили программу переселения из аварийного жилья. За 3 года ее реализации в общей сложности построили 16 домов. 9 из них ввели в эксплуатацию в этом году. Тему продолжит Олег Колесов. Жители поселка Тополины вовсю обживают новые квартиры. Долгожданное новоселье собираются справлять и родители Вячеслава Голикова. События радостнее и ответственнее вдвойне, ведь он сам принимал участие в строительстве этого дома. Тоже строил, потихоньку начинал, потом потихоньку. А для себя это как бы учеба тоже. Практика. Но так как частный тоже есть сектор, частный. Надо доканчивать-то, делать. Это пригодилось как раз. Новый дом расположился прямо во дворе старого, поэтому жители имели возможность следить за ходом строительства с самого его начала. Конечный результат новоиспеченных хозяев более чем порадовал. Очень светлая, уютная, теплая, со всеми новыми санузлами, с отоплением. Центральное, все у нас новое. Старые дома были построены еще в 80-х годах прошлого столетия. Как и множество других советских квартир, они не отличались просторностью. Поэтому бывшие жильцы аварийных домов благодаря программе переселения не только улучшили свои жилищные условия, но и значительно расширились. Если общая площадь всего аварийного жилья составляла чуть больше 10 тысяч квадратных метров, то замены ему построили на несколько сотен квадратов больше. Вот старые дома, они строились в советское время, и поэтому там квадратура, она по нынешним нормативам не соответствовала, поэтому они были увеличены. Все жильцы получили квартиры с увеличенной жилплощадью. Да, то есть она сейчас по нормативам подогнана, как положено 1 метр квадратный, то есть сколько на одного человека полагается. Поэтому дома получили с квартиры больше, чем были. Замок на этой двери означает, что жильцы переселились в новый дом. Такие типовые дома 80-го года постройки будут снесены. Здесь, в селе Тополиное, за 3 года введено в строй 16 домов. Только в этом году 9 домов приняли своих жильцов. Завершился первый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Олег Колесов, Илья Жираев, НВК Саха, село Тополиное, Тампонский район.